Это достаточно прецедентная история, к сожалению, теперь это может быть использовано против других активистов, поэтому это в какой-то степени, то, что я сейчас говорю, это такое небольшое обращение к людям, которые там не условные навальнисты, там молодые либералы-демократы, а там, если вы, например, защищаете свой двор, защищаете свой сквер, что угодно защищаете и думаете, что вы вне политики находитесь или еще как-то так, поймите, сегодняшнее решение это решение не только против меня и Дениса Михайлова, не только против там штаба Навального и движения «Весна». Это решение против всего общества, включая вас. То, как мы увидели, особых усилий в доказывании размера причиненного вреда прилагать не нужно прокуратуре. Прилагать усилия к доказыванию вообще роли организатора, его вины, тоже не нужно. Доказывать связь между действиями организатора и причиненным вредом тоже не нужно. И это, конечно, позволяет любого организатора любого публичного мероприятия привлекать к ответственности. И главная беда в том, что это, конечно, как и все прочие такие вещи, коснется не только каких-то политических активистов или политических фигур, но рано или поздно, и скорее рано, эта позиция расползется и там, на обычных граждан, которые случайно решили собраться в своем маленьком селе для того, чтобы что-то обсудить. Но раз уже практика такая сформировалась, администрация тоже сможет им, ничтоже сумнявшись, вменить какие-нибудь 11 миллионов ущерба, чтобы все там прямо умерли от разрыва сердца. На наш взгляд, прокуратура не доказала ни факт причинения вреда, ни причинно-следственную связь между действиями Богдана Литвина, соответственно, и причиненным ущербом. И мы оцениваем решение суда как неправовое и будем его обжаловать в установленном законом процессуальном порядке. Ну и ключевой, наверное, вопрос в этом деле заключается в том, насколько вообще право на свободу собраний защищено в Российской Федерации. И если посмотреть в корень проблемы, то Богдан Литвин подавал неоднократно уведомления о проведении публичных мероприятий 5 мая, которые все были отклонены по, скажем так, по надуманным причинам. И если бы власти вместо того, чтобы придумывать, каким образом вывести протест на, скажем так, за орбиту центра города, согласовали публичные мероприятия и дали возможность его провести адекватным образом, в таком случае ничего бы этого не было. Не было бы ни причиненного вреда потенциально, ни привлечения в результате к ответственности гражданской правовой. Посмотрев видеозаписи, убедились в том, что доказательства имеются только в части топтания газона и преимущества топтания этого газона сотрудниками полиции и военнослужащими Росгвардии, а вовсе не участниками митинга, которые на этот газон попадали по большей части из-за того, что сотрудники полиции их выталкивали на этот газон, пытаясь разогнать массовые мероприятия. Что и Богдан Литвин, и Денис Михайлов действовали независимо друг от друга, поэтому ни о каком совместном причинении вреда здесь не может быть речи. Вот. Но это все то, что касается процессуальных разных формальностей, а так, конечно, это дело про свободу собраний и про ее ограничения. Осторожность и внимание, на земле ведь весна. Гребница нервных окончаний грубо оголена. Алмазная наждачка зимы, так что важные дела. Есть смысл отложить глупое лето.